Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, быстренько забегаем на нашу тренировочку. Ух, и забираем наших ребят. Сразу же опять их туда же отправляем. Бедные они, бедные. Не вылазят с этой тренировки. Ну, такова жизнь. Пускай тренируются, ребята. Тяжело как... О! О, друзья мои, вот это нам надо. Вот это нам надо. У них возникли проблемы, прикинь. Зашибись. Зашибись, ребята. Я думал, сейчас мы с тобой Сунь Укуна получим. Получили. Так, ладно, приобретено 21 усмотрительное. Ну, в принципе, ребят, неплохо. Неплохая награда, мне нравится. Так, новый сезон у нас начался, все дела. Квест завершен, зритель. Полюбуйся. Так, ну что, здесь всем прекрасно ясно, какой я... Давай возьмем другой отряд. Давай возьмем вот этот отряд. В принципе, какая разница, да? Что тот, что этот. Тут вообще можно, наверное, мне кажется, одним ползуном выиграть. Если он сейчас успеет доехать. Все. Как-то так, ребятули. В общем, все прекрасно, все поняли. Ну что же, квест зрители забрали. Ежедневное испытание. Подожди, опять ползун? Опять ползун? Опять вот это все? Не, ну, новый месяц. Повторение мать учения. Ладно, давай выбирать, ребята. Что у нас тут? Выбор невелик, все прекрасно знают. Мы с тобой в той серии, по-моему, то же самое проходили. И в этой серии они тоже решили, видимо, подколоть меня, да? Включили сюда то же самое событие. Ладно, я, ребята, я нисколечко не против. Ну, включили, включили, пошли. Ползун лишним не бывает. Сам прекрасно это понимаешь. Так что вперед, как говорится, и с песней. Вперед, как говорится, и с песней. Ага. Единственное, что я, наверное, ускорю немножечко нашу игру, потому что это все очень будет долго. Просто сейчас запинаем все. Угу. Давай, еще один удар, и, в принципе, все. И хорош на этом. Есть. Проще парная репа, поэтому, ребят, я здесь слишком такой конкретный акцент не делаю. Так, вот они, 23 карточки на ползуна. Ползуна, ползунок. Обзывай, как хочешь. Суть роли не меняет. Поехали. Дальше, поехали дальше. Ну что, также давай, наверное, ускорим. Сразу отправим. Пускай они там идут по тихой грусти. Ну а мы с тобой вот так вот по быренькому, так сказать, попытаемся все это дело ушатать. Угу. Ну, там добивка осталась всего лишь. Всего лишь одна добивочка. Давай, 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 рыцарь, есть. У него получилось. А по-другому и быть не могло. Как бы у него получилось бы? Что бы он мне сказал бы? Как бы он мне в глаза, ребята, потом смотрел бы после этого, а? Не получилось бы у него. Ну вот, вот, вот последний у нас бой. В бой идут одни старики. Ну, ползун, я бы не сказал, что он старый. У нас мечник старый, да, он ветеран у нас. А ползун так себе. Ползает там где-то, непонятно где, что делает. В основном сидит на этой, на жердочке, да, семечки лузгает. Вот и все, что он делает, ребята. А чё я сижу, не ускоряюсь-то? Ускоряться надо, ребята. Так, ну. Темный рыцарь куда-то убежал. Испугался. Да ладно. Ау. Хотя нормально.
Блин, в этом отравлении все погибли. Ну что ты? Готово. Все, друзья, покончено на сегодня у нас с этими событиями. А все, что мы хотели, мы получили. Давай нам 8 карточек на ползуна. И теперь переходим уже к основному прохождению наших задач. Так, это у нас в бой. Мы остановились на территории захватчиков, как ты видишь. В принципе, давай, давай я продолжу. Я продолжу этим отрядом бомбить. А почему бы и нет? В принципе, достойный отряд. Очень хороший. В принципе, с балансом все здесь нормально. Как ты понимаешь, последнее изменение — это у нас именно терракотовый воин здесь поставлен. Ползун здесь тоже, ребята, не просто так у нас сидит. Он нам нужен для, как сказать, отвлечения от УФО. Да-да, именно от него. Вот. А теперь уже пора действительно выдвигаться. Поехали. Пора уже выдвигаться. Как только видим этого хмыреныша. Ну, тут, в принципе, сейчас будет немножко попроще, потому что мы можем с тобой, в принципе, и вот так вот фаербольчик выпустить. Как бы никаких проблем в этом нету. Вот с этим жучарой, да, тут, конечно, проблема. Так, можем на чуть-чуть, ребята, ускориться. Совсем капельку. Угу, угу. Давай, 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 родные мои. Ну куда же ты, ну куда же ты его похищает? Еще и хотел на свою сторону переманить. Ну ты видел, да? Фаербол нас спас, который я выпустил. Так что все нормально. Есть. Вот как-то так. Быстро и, ребят, я бы сказал, практично. Да, да, практично. Так что двигаемся дальше. У нас предпоследний здесь этап. Я ничего менять не буду. Сетап наш нормальный. Даже этот хищнец, в принципе, нам здесь не помешает. Хотя он, наверное, сейчас... Нет, он сейчас не будет, наверное, его вызывать. Но, тем не менее, будем всегда держать, как говорится, пальчик на пульсе. Пришельца, по-моему, здесь не было, да? Поэтому я могу спокойно вызвать таракошу. Вот, ага, он вызвал стража. Ну что же, против стража мы еще... блин, ниндзя, ты же быстрее бежишь точно, я же забыл. Ну вот, вот это уже плохо, конечно. Ой-ой-ой-ой, вот это очень плохо, ребят. Оух. И все, ребят, и поставить некого было. Ёпарасоте, блин. Ладно, ускоряемся здесь. Я в шоке, конечно, да. Хищница не смогли законтролировать. Ну ё-моё. Ни фаербола, ничего, ребята, не было под рукой. Блин, горелый, а ну как так-то? Ну как так? Да сам виноват, ребят. Просто сам виноват. Твою налево, блин, взял, перепрыгнул. Они еще так встали все, и этот успел подойти, и те стояли, блин, бомбили. И он просто взял всех, перепрыгнул. А этот бы мог бы, ребята, справиться. Не было бы у него щитов, так ему щиты повесили. Этот тритон плешивый повесил на него щиты. И все. Вот получилось тебе, что получилось. Да. Вот этот хлыщ повесил щиты, ребята. Сейчас будем исправлять. Так, дай энергию сюда. Вижу, у него отражение. Отражение, ребят, работает. На нафиг. Дурачок. Так, богиню призовем. Призовем богиню. Так, он опять, да? Он опять за свое, я смотрю. Блин, опять он с этим, со своим отражением, а? Да вы тритона шмякните уже в конце-то концов. Это он там все делает, все чудит, блин. Вредитель. Фаербол заряжу нафиг. Все. Прекрасно. Теперь уничтожаем замок. Ставим на трешечку. И расколбашиваем. Буду я сейчас с ними тут тютюкаться, а? Не в детском садике, ё-моё, в конце концов. Так, ну что, друзья. Тут у нас... Ага.
С этим надо быть покупать. Ну, в принципе, мой топовый отряд разнесет его. Да, даже не то, что разнесет, он не успеет. Он, ребята, как всегда там в домике своем спрятался в сфере. Ой, не трогайте меня, пожалуйста. Ронин, ё-моё. Не надо только его переманивать. Угу. Накумарили. Слушай, завязывай давай, а? Переманивает он опять. Ну, понятно, Тритон здесь ничего сделать не может. Он стоит. Штаны надудонил, как говорится, и улыбится. Вот и все. Все. Никаких абсолютно, друзья мои, проблем здесь не было. Забираем только лишь свою награду. Сундук захватчика. О, лорд пустоты, 10... Карточек нам дали. Так, а у нас... Ух, тут у нас еще, ребята, раз, два. Две целиковые нужно пройти, понимаешь? Две целиковые нужно пройти. Так, подожди секунду. В принципе, с этим отрядом должны мы справиться, ребят. Зомби, да, я знаю, что у него будут зомби, но... Фехтовальщик, по-моему, сильнее, чем зомби, насколько я помню. Но есть шанс заражения, ребят. Есть шанс заражения, и тогда вместо одного зомби появится здесь два зомби. Ты понимаешь, да? Ты секешь фишку, да, вообще? В этой игре? Конечно, секешь. Ты у меня сколько? Пару лет сидишь, ты должен знать. Об этой игре практически все. Все тактики, все, что только можно, ребят. Кто сколько чего наносит, приносит, уносит, доносит и тому подобное. Это кто такие? Что это они тут? Вдвоем они тут вышли. Охламоны, халабуды несчастные. Берешь вот так вот две баллисты и все, ребята, и на износ, как говорится, выносишь ему. Наверное, тут можно уже ускориться на двоечку, потому что они все равно здесь ничего не сделают нам. Даже если эти зомби будут выходить, камикадзе, взрываться, все равно баллисты издалека выпотрошат замок, понимаешь? Всю нечисть оттуда выгонят. Так что сидеть и там смысла нету. Так же, как и здесь. Здесь они взяли когтистого. Ну, что я тебе могу сказать? Да, когтистый хорош. Тут базара нет. Хорош когтистый. Но он все равно ватный, ребята. Он ватный. Он идет как ДД. Вот. Это не танк. Это ДДшник. Так же, как и здесь. На этого можно вообще любого... Ой-ой-ой-ой-ой. Не, успею, я должен успеть, да. Вот главное, чтобы когтистый, ребят, когда вот, например, наш джаггер, да, бомбит, чтобы когтистый, точнее, не когтистый, а джаггернаут стоял подальше, потому что у когтистого размах когтей довольно высокий. Если он будет стоять возле замка, он просто по нему попадет, по замку. Несмотря на то, что будет бомбить просто нашего, например, джаггернаута. Как-то вот так вот. Угу. Так, ну я думаю, что не стоит пока ничего вызывать здесь. Джаггернаут второй залечился. Очень хорошо, вот они вдвоем теперь. И можно ускоряться на двоечку, потому что ты видел, как взрывается он классно? У него глаза там все это в разные стороны. Я только сейчас заметил, глаз у этого зомби-камикадзе вылетает как. Ну что, здесь, вот здесь вот немножко противнее будет. Ну, в принципе, ты знаешь почему. Банша, она кричит и она станет. Когда у меня банши, почему-то она не станет так как часто, как у него. У него там вообще прям топово, я бы сказал бы. Так, блин, ползет ползун, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты, главное, взорвись тут раньше, это не возле замка, а то начнется, не знаю его. Может хлопнуть возле замка и все. Так, вон она кричит, психопатка эта. Угу. Так, пускай наш джаггернаут, ты бы стоял бы, отдыхал бы. И, господи, что ты в самом деле-то? Ну вот, не хотел встать отдохнуть, теперь будешь лежать отдыхать там. Так, я грифу возьму. Давай вообще вот так вот сделаем. Орет там потерпевшая. Она даже не то, что орет, она как свистит, что типа... Эй-эй! Как-то типа того. Не понял, не врубил... Откуда он взялся-то здесь?
Эй, а, ну да, да, да. Все-таки передается это зомбянчество, короче, скажем так. Че, у меня все баллисты, что ли, уничтожили? Не, он идет. Идет, идет, родной. С тяжелой ношей на спине. Горбун. Все? Прекрасно. Двигаемся дальше, ребят. Предпоследний этап. Ох, вот здесь уже, да. Здесь, конечно, с этим пацаном шутить плохо. И ты понял, да, о ком я? Да-да, я о прыгуне. С ним как-то, блин, ну неохота, ребята, честно говоря, сильно заморачиваться. Надо всегда держать на изготовке паладина. Вот. Сейчас, ребят, сейчас он будет прыжок делать. Вызываем паладина. А, ну слава богу, он без этого, без психов своих вышел. Нормально, спокойно. Ау! Тихо, 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 тихо. Этого-то держите, блин, этот-то. Фух, нормально. Нет, не нормально, блин, в кислоте все. Ну, есть, фу ты нафиг, я уже думал, сейчас замок щеманет. Не щеманул, ребят. Так. Так, 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 так. Уничтожим, должны, в принципе, уничтожить, ребят. Вот Джена еще позову сюда. Да что ты, ты посмотри их сколько. Ну, справились, слава богу, справились. Так, вот Джена еще одного позовем. Видел, как когтистый уничтожает всадников на журавле? Как орешки щелкает их. Да что там происходит-то, не понимаю я. Блин, 38 секунд, ребят, уже вообще не смешно. Урон еще даже не нанесли, прикинь. Что происходит? Паладин там только один у меня наяривает. Прикинь, мы просто с тобой не успеваем по времени. А знаешь почему? Потому что друидку, ребята, блин, тянул до последнего. Ну все, тут, короче, я сфейлился. Ускоряемся. Не, надо убирать, ребята, из нашего отряда этого Вуджена. Убираю я его к чертовой бабушке. Он меня достал. Серьезно тебе говорю, это какой-то идиотизм. Иди отсюда. Так, вместо Вуджена я, наверное, возьму вот кого. Служитель тьмы, ребята, у меня будет вместо Вуджена. Это очень мощный некромант с достаточно хорошим уроном. Плюс еще перекачка здоровья у него идет. Ну, то есть, придраться, в принципе, не к чему. Ну, давай, где там прыгун-то твой? Пускай его наружу. Будем сейчас его тут потрошить. Так. Оп. А, нет, это он не от заморозки, это некромант мой издалека его щеманул, так скажем. Угу. Так, ну что там у нас? В принципе, готово у меня, ребята, выйти... Наша друидушка. Наша друидушка готова выйти. Ну и... Смотри, 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 что когтисты вытворяет, а? Смотри, что вытворяет. Перекачку давай срочно. Где у меня там?
Блин, да что ж такое-то? Опять у нас какая-то трабла здесь получается. Пятьдесят три секунды остается, да? Ну я прям не знаю, ребята, что за бредятина? 37 секунд, мы только к замку подошли. Ты да запарил ты уже, а? Давайте, 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 19 секунд. Это что такое? Я не пойму. Ну, ё-моё, наконец-то, блин. Да, давно такого не было, чтоб я так волновался, переживал. Хм. Неожиданно, конечно, да, неожиданно, ребята. Да прыгун этот почему-то так... Так меня припарил здесь, я прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Сейчас, я надеюсь, здесь быстренько у нас все пройдет. Сейчас, сейчас, сейчас. Сделаем так. Давай, наверное, вот так сделаем. Окей. Опа, замечательно. Пожертвовал собой, фиг с ним. Угу. Но Ронин нет. Видишь, у него сопротивление. У замка идет сопротивление, сопротивление. Это бесполезно. Прижучили мы его все равно, ребята. Как бы он ни сопротивлялся, у нас все получилось. Так, сундук нежити выпадает. Ну, это все у нас есть. Нефритовая долина. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. А у нас есть. Есть отрядик с ползунком, блин. Так. Ну. Придется выпускать все равно, как ни крути. Видишь, наяривает там, наяривает. Иди отсюда. Пшел прочь. Ай. На. Ну, в принципе, и все. Да. Тут довольно быстро получилось. Даже очень хорошо, очень даже прикольно, я бы сказал бы. Так, ну что, ребят, второй этапчик. Второй этапчик, здесь опять же этот Ронин Кульвонин. Так, сейчас, подожди, подумаю. Блин. Давай, короче, мы сделаем немножко не так. Мы сделаем с тобой вот из этого отряда уберем вот так, а поставим вот так. Окей? Я думаю, ты понимаешь, зачем я так сделал. В чем цель, в чем прикол. Стоит он, конечно, 200, ребята. Стоит он 200, да, тут не поспоришь. Ой, не то сделал. А хотя, хе-хе-хе, хотя, ребята, все даже то, очень даже хорошо получилось. Я, если честно, даже сам не ожидал, что вот так вот может получиться очень даже хорошо. Блин. Ну, как сказать, хорошо, нехорошо. Давай, давай, паладин, я в тебя верю. Блин, что ж там делать, что ж там творится-то?
Так, пора, наверное, друидку, я думаю, вызывать нам. И все сразу, ребята, встанет на свои места. Тронин псих там, а. Ну, завалили. Хорошо, классно. Вот когда так друидка стоит и ее никто не хранит, это плохо. Если Ронин выбежит, он может ее сразу сигануть. Все щит так, что мало не покажется. Не делайте таких ошибок, не допускайте. Всегда должен быть страж какой-то впереди идти. Это еще благо, если Ронин уткнется в руну. Да, тогда, можно сказать, тебе повезло. А если ее нету? Тогда все. Ну что, у нас третий поединок. Ёк-макарёк, да ладно. Тигра, ёпарасоте, блин, с тигрой-то. Придется, ребята, этим отрядом пользоваться. Ронин, блин, а тут же Ронин. По-моему, я, ребята, тупанул. Нет, нам повезло. Очень крупно, ребята, сейчас повезло, что Ронин вышел без истерики. Побежал, побежал, побежал. Опа, отлично, молодец, красавчик. Ну, тогда тут быстрая победа будет. Да ведь? Угу. Прекрасно. Так, что у нас дальше идет там по прогнозу? Ё-моё, тут вообще всех собрали. И Вуджена этого дебильного, и... И Ронин, опять же. Только не выбегай, пожалуйста, не... Ой. Ну, я думал, что... Хыть-хыть вышел, ребята. Фига он. Отлично, отлично, ребята, у него получилось. Я про чумную мышь, чтобы завалить. Угу, угу, кислота, кислота. Ай, не нравится им кислота. Ай, не нравится им кислота, которая под ними там находится. А делает ее чумнуха. Она выплевывает кислоту, и они стоят там. Задыхаются, короче, подыхают в этой кислоте. Ну что, то же самое, ребята. Если сейчас, надеюсь, без истерик Вуджена здесь не... Ой, Вуджена, Ронин не побежит. Плакаться обычно бежит. Сейчас попробую его взять первым. А мой, как всегда, ребята, обделавшись, стоит там. Понятно, короче. Оу, да ладно. Вот тебе да ладно, ребята. Все? Выкусил? Успел я, ребята, успел вовремя вызвать нашу девчулю. Беда просто какая-то получилась, честно. Это тигр бесевый. Давай, 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 Вуджена, наказывай. Чего? Ну? Да какой, блин, Ронин ты... Может, успеем еще, а? Давай. Ех, контактиш есть, ребята. Все нормуль, все пучком. Все топово получилось. Так, главное, что теперь Ронина не, вражеского Ронина не было. И все будет у нас зергут. Хотя, как сказать, тигр этот, ребят, тоже наносит урона неплохо своим этим огнем. Там и армия зомби, знаешь ли, не поможет. Ну, есть.
Все, ребят, в порошок стерли. Давай сюда свой сундук. О, как. Ну что, ребята, отлично, жнец на выпал. Ё-моё. Пчелиный пилон, 206-й портал. Так, ну что, ребята, территория, как мы видим, захватчиков. Дальше идет нежить. Долина подданных. Территория роботов. Опять территория захватчиков, вы серьезно? Да, ребят, как ни странно, две территории захватчиков. Окей, блин, тут эта улитка. Ползун. Слушай, ну я думаю, что ползуна нам придется, наверное, контрить через фехтовальщика. Да. А дальше-то что? А дальше-то что? Он сейчас еще одного вызовет. Понятно. Да, друзья, беда бедовая просто. Как же так-то? А как мне тогда... А как мне тогда контрить-то? Через что? Скажи-ка мне на милость. Ползуна мне через что? Блин, я не знаю. А, щитобот, ребята, точно. Че же я забыл-то? Щитобот у нас есть. Он очень хорошо, ребята, контрит этого самого ползунка. Просто на ура. Щелкает его, как орешки. Во-первых, он выстоит. И, во-вторых, нам даст небольшое время, чтобы мы могли успеть с тобой вызвать паладина. Вот как бы и все. Ну, опять же, да, опять же, ребят. Ползунок этот... Ну? Так. Сразу двоих, правильно. Иди там, начинает он уже разгоняться хочет. Не тут-то было. Я что-то и забыл совсем, что у меня действительно этот... Он же контрит очень хорошо. Щитобот. И его, во-первых, не пробить так быстро. И нормально он держит удар. Все. Что-то я запаниковал, блин. А как, а что? Играть надо чаще, ё-моё. Будешь знать, что как. Ну что, здесь то же самое, ребята. Ничего не отличается. Тот же самый будет щитобот идти в первых рядах. И дальше уже... так, подожди. Так, ползун. Нет, ребята. Оу! Да что? Фига, блин. Так, ребят, ну тут друидка нужна. И как можно быстрее, потому что, блин, замок получил повреждение. Это что? Так, мне нужно ее еще вызвать успеть. Друидка, блин, твою налево, блин. Я хотел, чтобы ты... Да отступи ты от... Блин, тупорылая, а. Я хотел, чтобы она отступила. Вызвал тоже на свою голову. Надо было этих дурачков, чтобы они сдохли там, блин. А потом уже ее вызывать, чтобы она стояла здесь и контрила, блин. Ну и чё? Да не пойду я на ваш новый этот. Трындец, короче, а. Молодцы, сыграли, называется. Так обделаться, а? На ровном месте, ё-моё. Просто на ровном месте обделаться. Ну куда ты бежишь там, разогнался ты? Так, мы будем сегодня вызываться или нет, блин?
Иди там, приготавливайся уже. Хмырь, привык, блин, бегать тут. Вот и все. Финита для комедии. Думал, я ему буду постоянно позволять, ага, выигрывать. Держи карманчик шире. Так, подожди. И все, что ли? Блин, ну на этом отряде-то, конечно, далеко, я думаю, не уйдем. Так, Джаггернаут, да, будет в первую очередь идти Джаггернаут. Потом что? Потом надо баллисту вызывать. Тут уж, ребят, как ни кру... Блин! Как он достал, а? Он еще, видишь, этот оглушает, там стоит, тупит, блин. Очень-очень нам носит много дамага. Так, дай я его в клетку нафиг посажу. Ну, есть. Ну, можно сказать, что все, ребята, победа тут у нас уже в кармане. Да. Все-таки бывают некоторые враги, ребят, которые умудряются меня пробить. Как бы я ни старался, да? Как бы у меня не были хорошо прокачаны эти, все равно, ребята, пробивают периодически. Ну что же. Век живи, век учись. Не зря пословица придумана. Ну что, друзья мои, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.